Ребята, а перед началом данного ролика я хочу объявить, что сейчас на моем канале проходит конкурс на $50 для 3 моих подписчиков. Как только наберется 1000 подписчиков, я разыграю $150 между 3 победителями. Чтобы участвовать в данном конкурсе, достаточно всего лишь поставить лайк, подписаться и оставить осмысленный комментарий. Не только перед этим роликом, но и перед всеми. Да, я выберу случайным образом из всех своих видео. Для начала я выберу одно видео, а потом в этом видео я выберу победителя по комментарию. Так что, всем удачи! Последние новости в мире криптовалют. Первый музей криптомайнинга приветствует публику. Венесуэла готова открыть двери музея криптомайнинга для публики, чтобы те смогли стать свидетелями эволюции майнинга биткоина. Те, кто интересуется майнингом биткоина и хотят знать его нюансы, могут найти всю информацию в музее Венесуэлы, который открыл свои двери для криптоэнтузиастов. Люди смогут увидеть образцы платформ, используемых майнерами с самого начала, такие как КПУ, ГПУ и FPGA. Можно также увидеть конкретные интегральные схемы, которые использовались для майнинга в эпоху приложений. Они известны как микросхемами ASIC. Музей был разработан группой энтузиастов криптовалюты. Они занимались майнингом в Венесуэле 9 лет и основали компанию CryptoAvio. Музей был открыт, чтобы показать публике, что оборудование, используемое для майнинга криптовалют, является не только частью истории, но и эволюции, которая играет важную роль в изменении мира. Эволюцию можно увидеть сейчас. Также blockchain24.com говорит о том, что MegaKit купил около 30 тысяч биткоинов за выходные. Поскольку цена биткоина упала на 9% на недельных графиках, киты видят в этом возможность добавить еще больше в свой портфель. Согласно данным BitInfoCharts, биткоин MegaKit приобрел почти 30 тысяч биткоинов за последние выходные с 16 по 18 июля. Одно и то же лицо контролирует сейчас около 144 тысячи биткоинов в 18 кошельках, каждый из которых содержит ровно 8 тысяч биткоинов с декабря 2018 года. За последние 3 дня тот же кит купил 29 880 биткоинов, примерно на $950 миллионов США. Этот мегакит до недавнего времени не совершал ни одной покупки и не продавал свои биткоины. Данные BitInfoCharts показывают адреса с рейтингом 89-106, все из которых содержат 8 тысяч биткоинов до недавней покупки. Совокупные биткоин-холдинги 8 адресов с 144 тысячами биткоинов теперь стоят огромные 4 миллиарда 550 миллионов долларов. Это ясно показывает, что крупные игроки на рынке продолжают накапливать во время недавней коррекции цен. Сальвадор планирует запустить собственную криптовалюту. Правительство Сальвадора планирует запустить собственную криптовалюту, которую потребители смогут использовать для предоставления услуг, сообщает латиноамериканская цифровая газета El Faro. Эбран Джим и Юсеф Букеле, братья президента страны Наиба Букеле, сказали потенциальным инвесторам, что криптовалюта, которая в настоящее время упоминается как доллар колон, будет введен к концу 2021 года. Говорится в докладе, в котором цитируются видеозаписи братьев, обсуждающих предложения с этими инвесторами. Эта новость появилась через несколько недель после того, как правительство центральной американской страны подавляющим большинством одобрило президентский закон о биткоине, который будет рассматривать оригинальную криптовалюту как законное средство платежей и требовать от всех предприятий принимать ее как оплату товаров и услуг в сентябре. Соучредитель Ethereum намерен продать фирму и выйти из криптовалютного бизнеса. Согласно сегодняшнему отчету Bloomberg, Энтони Ди Иорио, один из 8 соучредителей Эфириума, планирует продать свою фирму по разработке программного обеспечения Decentral и уйти из криптографических предприятий. Он заявляет: «Я хочу не заниматься криптовалютой, мне интересны более сложные проблемы», — сказал Диорио изданию. Диорио — профессиональный маркетолог и один из первых приверженцев биткоина, который помог запустить разработку Эфириума в 2014 году. Намекнул, что его уход частично связан с проблемами безопасности, учитывая профиль риска криптовалюты. «Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве», — сказал Ди Иорио.
Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности. Он также заявляет, я буду включать криптовалюту, когда это необходимо, но в большинстве случаев это не так, сказал он, имея в виду будущие проекты. Это действительно небольшой процент того, что нужно миру. Полиция Малайзии раздавила более 1000 биткоинов майнинговых машин. 1069 машин для майнинга биткоинов были утилизированы ранее в эту среду в малайзийском полицейском участке, сообщает SARS. Видео, в котором показано, как машина ASIC жестоко раздавливает асфальтоукладчиком каток, получило широкое распространение сегодня в социальных сетях, но многие ошибочно приписывают его правительству Китая на фоне подавления отрасли Китая. Машины были изъяты в рамках операции, которая проводилась с февраля по апрель. Задержано 8 человек, причастных к хищению электроэнергии. Полиция утверждает, что майнеры украли электроэнергию на колоссальную сумму 8,4 миллиона рингитов, иначе говоря, 1,9 миллионов долларов. У компании по развитию энергетики Sarawak Energy Berhad. Разрушенные майнинговые машины не только нанесли значительный экономический ущерб, но и стали причиной частых отключений электроэнергии и сноса трех зданий. На прошлой неделе Служба безопасности Украины также арестовала незаконную ферму по добыче биткоинов, на которой находилось 3800 игровых консолей PlayStation 4. Они использовались для майнинга криптовалют вместе с множеством графических процессоров. Операция заключается в краже 256 500 долларов в неделю у энергораспределительной компании Виницы, что приводило к отключениям в некоторых частях города. Такие случаи довольно распространены, но незаконная добыча может иметь место быть даже в некоторых сверхсекретных местах. Еще в начале 2018 года российский ученый-ядерщик был арестован за майнинг криптовалюты на военном объекте. РАСИП объявил об инициативе, направленной на привлечение в Российскую Федерацию майнеров криптовалют. Крупная криптовалютная ассоциация России запускает проект по привлечению глобальных операций криптомайнинга в страну на фоне китайских репрессий. Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, или иначе РАСИП, объявила об инициативе, направленной на привлечение в Российскую Федерацию глобальных вычислительных ресурсов для криптомайнинга. Ожидается, что более подробная информация о проекте будет опубликована позже. В целях продвижения и реализации проекта РАСИП тесно сотрудничает с органами государственной власти России и госкорпорациями, формируя ряд совместных рабочих групп с местными государственными структурами, отмечается в сообщении. Помимо богатой в России гидро- и атомной энергии, группа стремится наладить криптодобывающие операции на основе зеленых источников энергии, таких как ветроэлектростанции. В рамках проекта РАСИП уже сотрудничает с некоторыми иностранными партнерами, включая консорциум некоторых из крупнейших компаний, связанных с криптомайнингом в Китае. В объявлении отмечается, что компании, находящиеся в консорциуме, контролируют более 25% глобального хешрейта основных криптовалют. Россия не единственная страна, которая предлагает китайским майнерам свои энергетические возможности, чтобы стать крупным игроком в отрасли. Мэр Майами Фрэнсис Суарес в июне публично пригласил китайские криптомайнинговые компании рассмотреть вопрос о создании центров обработки данных в городе на фоне капитуляции майнеров в Китае. Еще один мэр города США готов принять биткоин. Мэр города Джексон, Теннесси, является поклонником биткоина, и он хочет, чтобы город стал биткоин-хабом с целью привлечения технологических компаний и инноваций. Мэр Джексона Скотт Конгер обсуждает создание законопроекта, который позволит жителям Джексона платить налоги на имущество биткоином. Мэр Майами Фрэнсис Суэрсе не единственный биткоинер, пытающийся привлечь биткоин-компании и технологические инновации в свой город. Скотт Конгер заметил, что инфляция ползет все выше после того, как федеральное правительство и центральные банки выпустили огромное количество стимулов за последние полтора года. По мнению Конгера, биткоин является единственным решением этой проблемы. 3 дня назад Конгер написал в Твиттере. «Почему мы принимаем инфляцию? С каждым годом наш доллар стоит все дешевле. Изменения тенденции не наблюдается. Существует только одно решение для этого. Это биткоин».
Недавно в интервью Конгресс сказал, что следит за мэром Майами Суэресом и считает, что биткоин может принести пользу Джексону. Биткоин идеально подходит для удаленных работников, использующих город Джексон, и это может дать городу в Теннесси преимущество. В другом интервью Конгресс снова упомянул инфляцию и начал смотреть на вещи, оцененные в сатоши. Криптоэксперты предсказывают взлет цен на биткоин до 318 417 долларов к декабрю 2025 года. Группа криптоэкспертов предсказала, что цена биткоина вырастет до 318 417 долларов к декабрю 2025 года. Самый бычий эксперт считает, что цена криптовалюты достигнет 160 тысяч долларов к концу 2021 года. Между тем, 54% аналитиков считают, что гипербиткоинизация произойдет к 2050 году. По мере того, как осведомленность о криптовалютах продолжает распространяться, все внимание сосредоточено на цене биткоина. Поэтому мы спросили нашу группу из 42 экспертов по криптовалюте, что ждет монету. Подробно описала компания на прошлой неделе. Число участников дискуссии входит менеджеры криптоактивов, руководители криптобирж и другие поставщиков услуг, криптоаналитики, профессора и преподаватели университетов. Среди различных обсуждающих тем была цена биткоина в конце года и через несколько лет. Хотя может произойти некоторое среднесрочное падение цен, группа прогнозирует, что к декабрю 2025 году цена биткоин вырастет до 318 417 долларов США. Компания добавила: это на 61% выше прогноза на конец 2025 года в декабре 2020 года, но на 12% ниже, чем в апреле. Кроме того, эксперты прогнозируют, что к декабрю 2030 года цена биткоина вырастет до колоссальных 4 287 591 доллара США за биткоин. Они также отмечают, что в следующем цикле халвинга страны будут активнее принимать биткоин в качестве законного тренда, и до 2030 года биткоин заменит золото в качестве глобального резервного актива. Объемы торгов Dogecoin во втором квартале выросли на 1250%. Согласно данным, во втором квартале 2021 года объемы торгов Dogecoin на основе мировых криптовалютных биржах выросло на 1250%. Средний объем торгов Dogecoin вырос до 995 миллионов долларов в день в период с апреля по июнь, по сравнению с 74 миллионами долларов в день в первом квартале, когда биржи, такие как Coinbase, eToro и Gemini, добавили токен на фоне растущего интереса. Объемы торговли эфиром выросли на 53% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 3,25 миллиарда долларов в день на мировых биржах. Между тем, дневные объемы биткоина упали на 14% до 4 миллиардов долларов. Гонконг и Литва выпустили предупреждение для криптобиржи Binance. Гонконг и Литва стали последними странами, которые выпустили предупреждение для криптобиржи Binance. Регулятор рынка в Гонконге заявил, что Binance не зарегистрирован для работы своей юрисдикции, в то время как Банк Литвы заявил, что предупредил компанию о ее инвестиционных услугах без лицензии. Если фонды токена являются ценными бумагами, маркетинг или распространение таких токенов, будь то в Гонконге или для гонконгских инвесторов за границей, представляют собой регулируемую деятельность и требуют лицензии от SFC, если не применяет возможные исключения, сказал регулятор. Ранее Binance объявила, что фондовые токены больше недоступны для покупки на ее веб-сайте, и поддержка таких токенов закончится 14 октября, а все позиции будут закрыты на следующий день. Также в Литве регулятор выступил с предупреждением о нелицензированных инвестиционных услугах Binance. Объявления CFC и Банка Литвы следуют за чередой аналогичных предупреждений от регулирующих органов других стран, включая Великобританию, Японию и канадскую провинцию Онтарио. А на этом все. Подписываемся, ставим лайки, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем до скорой встречи!